«Стартап» – это грантовый конкурс молодежных инициатив, который состоится в рамках форума «Upgrade». Раньше ежегодно проводимый форум назывался «Мы вместе». Теперь он обновился. Об условиях участия расскажет Альмира Новоселова. 350 тысяч рублей – максимальный размер гранта на воплощение идеи. Эта сумма может достаться как одному победителю, так и нескольким. Социальный проект представляют молодые люди от 14 до 35 лет в разных номинациях. Патриотическое воспитание, инициативы творческой молодежи, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и ряд других. Номинации: добровольчество, молодежные медиа, спорт, зоотуризм, межнациональное взаимодействие, городская комфортная среда. Новая номинация в этом году – городская комфортная среда. Ее смысл в том, чтобы если кто-то захочет поставить арт-объект или еще что-нибудь, что поможет городу стать для него удобнее, то, пожалуйста, мы готовы к проектам. Как правильно оформить карту проекта, подскажут специалисты молодежного центра, чтобы она соответствовала требованиям всероссийского конкурса. Поэтому его можно будет представлять как на окружном, так и на федеральном уровнях. Необходимо до 30 марта направить проектную карту, зарегистрироваться на АИС «Молодежь России». И, в принципе, второй этап будет у нас отбор. Определенное количество человек пройдут в следующий этап в защиту и оценку проектов. В молодежном центре готовы ответить на ваши вопросы. Также можно звонить им по телефону 535-38. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное».